Двумя минутами молчания почтила Великобритания память жертв Первой мировой войны. По традиции День поминовения проводится по всей стране ежегодно ближайшее к 11 ноября воскресенье. Королева Елизавета, члены королевской семьи и премьер-министр Дэвид Кэмерон возложили венки из красных маков к подножию кинотафа, памятнику неизвестному солдату. После Первой мировой войны красный мак стал своеобразным символом скорби по погибшим. Церемония сопровождалась традиционным парадом, в котором участвовали тысячи ветеранов британских вооруженных сил. Последний британский ветеран Первой мировой войны умер в возрасте 110 лет в феврале 2012 года. В этом году День поминовения имеет особую значимость, поскольку британцы отмечают сразу несколько годовщин – столетие с начала Первой мировой войны, 70-летие высадки союзных войск в Нормандии и уход британских войск из Афганистана. Миссия Соединенного Королевства в Афганистане заканчивается в конце этого года. В Кандагаре британские солдаты собрались сегодня на авиабазе, чтобы почтить память своих товарищей, погибших во время выполнения боевого задания.